на ДП. Ну что, помчались секреты, ликвиды, первая карта. Это будет очень интересное противостояние. Но опять же, думаю, что секреты изи для них. Большой-большой умничка. Там у нас в боксе. Заряжает Тайга. Тайга неприятно. Телекинез. Туда под нишу его. Бокси заряжает Ателлиуэйт. Ничего страшного не получается. Ниша. Ниша взрывается. Ебзор подтягивается. Врывается. Хорошая перетяжка от Ебзора была. Это есть кью по Тайге. На боксе бегут. Бокси тоже должен будет умирать. Да, забирает его ниша. Все, шипы взрываются. Так что в таверну. До свидания. Усуарка, кстати, хотелось бы выделить. Матумба. Матумба успеет ли разорвать? Икс своего Матумба умрет. Он даже не пытался уходить, а как-то смотрелось это странно очень. Пост бокса захватывает, ниша подтягивается, бокси, ой-ой-ой-ой-ой, бокси здесь умрет. Там еще крипы так зажали его, беднягу. Вообще-то плохо очень. Тут врывается на инсейне, инсейне больно, инсейне не попадает ни по кому, и инсейне забирает. Да, ниша, кинеспри. Должен, конечно, набирать кинеспри, он должен ход набирать здесь. У нас выходит сейчас на боксе, 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 стан есть, урна на него вешается, боксе неприятно, но да, забирает боксе, бокс справляется таверну, сомбайт, инсейн, телекинез хороший, ставится гипношар, Ебзор покатился, вкатывается, заезжает сюда Матумба, Матумба больно, работает он по тайге, минус тайге, инсейн почти умер тоже, минус инсейн, гипношар до сих пор работает, Микки отталкивает его отсюда подальше, свечбака, невероятная игра, в итоге секреты забирает, у нас тут просто всех разбирали. Так, ну что у нас там? Матумба. Катились на инсейне. Инсейне. Матумба на месте. Дает тапчев-страйк. И с ручки его доколоть. Сейчас. Паша телепорт, но уже поздно. Забрали инсейню, так что отпуская там на ботами. Бокси улетает. Пол хп развалилась. У нас драка начинается. Нападает на Матумбу. Так, Матумба без маны, потому что Микки с диффузами у нас здесь по нему работает. Но очень неприятно. Ему Микки врывается теперь на развороте. Ставится гип на шар. Матумба выхиливается. Пока что живет. Адаптив страйк пытается. Заяц замечательный. Матумба красный. Только ИИС. Ниша с дабл дэмэджем работает. Больно Попей. Минус Попей. Ладно, размен и минус ниша. А вот это уже страшно. А вот это уже очень серьезно. Матумба вейфор, телепорт пытается сделать. Микки, что по балансу у него? Баланса нету. Просто улетает. Отсюда у нас Матумба на базу. Но остальных догнать постараться же можно. За 11 стиков имеется. Сифон будет через 2 секунды у него. Но здесь Сайленс, Сформы, стики нажимает Зай. Пытается жить краш, свэчбака. Пока что живет Зай. Но там эти души просто ДП прыгает. Бокси есть контроль. Минус Зай. И забирает Зая, смотрите. Вроде да, отступает. Зай. На хайграунде. Все в порядке. У него. Так, стан от бокси. Неплохо, совсем неплохо. Солмбайн на развороте по нише. Пупей-пупей забирает. Выкупается он в игру быстренько. Очень нажимается. Магнитая Сайленс на Микки. Микки еще пока что под салом. Но его можно убивать. Его нужно убивать. Его забирают. Дальше можно идти на кого? Там вот Тайга ближайшая цель. Но все, видимо, секреты на этом останавливаются. Хотя... Так, а тут? А тут гипношар трех героев. Ой, как красиво. Ой, красиво. Их все взрывается. Так и выходит с радиуса. Пока что по тайге работает. Матумба на боксе переключается. Бокси, бокси горит. Пошли слюни от ниши по нему. Бокси должен будет умирать. И Матумба застрелил его просто. Действует команда Team Secret. Так, Матумба подтягивается у нас сейчас на... Тер 2 вышку, нажимается пока что глиф. Там в инсейню выход есть. Ниша. Сифончики от Хойква. Адаптив страйк по нему. Ветра. Ветра отправляет пока что ниша. Ниша неприятно. Либарду вешает. Ниша впитал по итогам у нас. Дальше что будет? Нажимает ниша из центра. Прилетает Тайга. Тайга заходит в гущу врагов. Но вот Матумба остается без маны. Без маны мор практически бесполезен. Депопей, попей. Спаси его срочно. Подбегает. Топпей. Зай катается. Вот и появляется мана у Матумбы. Зай кончается. Нерлин Тандер. Свэчбакал. Микки далеко пошел. Микки нужно быть немножко осторожнее. Стампит. Адаптив. Бокси прыгает. До Матумбы. До стрельбы. До Матумбы перекачивается. Что? Солмбайт нажимается. Пошел Салис. Магнитайз. На развороте. На инцене. Инцене. Инцене в таверну. Бокси пока что работает хорошо. Очень прыгает туда Микки. Опять же получает алибарду. Забирают у нас Попея почти. Но почти не считается. Микки до конца. Миссы работают. Это Мордин Квайт. Но Дарпакт его все-таки вырубает. Матумба мана имеется. Хапа мала. Спирит Весл на него, чтобы захилился. Там регенерит на топе. Нужно его забирать. Ну и похоже все. Какую-то смог вылазку. Но смотрите, идут вообще не в правильную сторону. Там нет никого. Находятся в миду все ребята и секреты. Они также в смоках. Увидели бокси. Бокси сразу в рассыпную. Хотя ниша не боится. Наврывается на нишу. Микки подъезжает. Начинает бить. Зай покатился. Не очень неплохо. Ворует себе Роллин Тандер. Тайга, если не ошибаюсь. Да. И забирает боксы. Бокс таверну.
Сон банит, но уже поздно. Ниша идет до конца. Так, Ниша. Сенсорик бокса выкупается в руну без стампида. Салец под телекинез, под XL. Матумба неприятно. Матумба, Салец. Матумба живет еще. Манта. У него в КД, но он выживает. Он нажал перекачку. Он живет. Был неплохо гиб на шар очень здесь. И обзор Витракс. Там по таймингам. Блондинг Лайт. И обзор нет. Не сможет уходить на Ронин Болдер отсюда. Так что все. Чилят. Степан живет, дай ему свин здоровья. У нас тут врываются, нападают на Пупеху, Пупеху вырезает. Вон выкупается обратно в игру, боксе пока что неприятно. Красный Матумба, Матумба саундбайнд, но он хилится, живет, у него в порядке, он выживает. Уже минус боксе без байбека, подрубает Койкова экзорцит, сразу отправляет ветра, раскидывает сифоны. Ну красный, немножко здесь секреты. Опять же, там Владмир очень сильно порешал для Матумбы. Матумба хилился и жил, Ябзор вкатывается, нажимает магнетайз, пошли на Мики, Мики краснючий, на Койку переключается, Койкова здесь будет умирать, минус Койква, дальше на Тайгу, Тайга ворует себе краш, но это ему не поможет. Здесь Алибарда вешается на Мики, Мики не бьет, я прокатился, по Саленцам находится пока что Мики минус Мики, это минус 3 делают ребята из команды Team, минус 4 даже, выбили Бэбэк же еще из Инсейни, свои прекрасные чернила, ну и база у нас пока что горит. Катывается Ябзор, Ябзор покатился, есть у него телекинез, XL от Инсейни хорошие, но добьют ли не знаю, фейтболт, и Ябзор здесь живет. Инсейни тоже может умирать, минус Инсейни, забирает его в том числе, шикардос просто, ну и потому что не хочется давать без адаптив страйка шутган, да, но Рейсбрак забирает, а вот теперь пошел проказ, но Койкви почти по хп с него, он опять же не до конца. Падает у нас Рейнджбарак, Бокси опять попытка взорваться, Зайс вэчбакл и покатился колобочек, прекрасно, Роллин Тандер, есть еще гипношар, Микки, Микки остановили, Микки пошел дэнсом, он находился здесь, это контроль, Микки в игру выкупается, стопить нажимается, но уже поздно, Микки бежит сюда обратно, дефать базу, кончается гипношар, и сейчас секреты могут отойти отсюда, кстати, могут отойти, станом Бокси, Бокси вырывается, адаптив страйк на силу, Бокси натогнали, Пупея убили. Тайга бежит сюда также, у нас еще Матумба пока что живой, да, он живой. Бокси увидели, свэчбакл, подрезают Бокси, превращается в него Матумба, дает стан и забирает он этого господина хорошего. Здорово, Айбек, привет, Кибрато, как дела? Тут нормально все, поднимается обратно Матумба на рампу, тут сифончики, Сайлес, Матумба, что с лицом, Матумба, Матумба, Матумба живет, и вот это как же сейчас решает Владмирс Узая, как же он порешал, и он выживает, Микки убивает, и Нинсен не прописывает, good game well played, это 1-0 за командой Team Secret у нас, но Владмирс этот жестко решает, он просто ластилится благодаря этому Владмирсу, хорош, хорош секрет здесь, первую карту отжимает у нас. Ну ладно, ребят, это вторая карта матча Secret против команды Team Liquid. Медуза против АМ будет здесь бороться у нас. Ну такие герои хорошие, хорошие. Ну такое, поначалу равно, потом секреты затащили, Ниша выходит, Бокси увидел. Угу. Так, но получается, Ниша, осторожно, нужно быть. Сифончик-то работает, и сифон-то не разрывается, и чувствую, что это будет ФБшечка за Ликвидами. Опа, да, Койквад делает фертблат, ему хватает здесь ресурсов, чтобы до него добраться, в итоге. Ну, никуда он не ходит, то может быть ему пойти куда-нибудь, тут выходит из Тайга, подрубается экзорцизм, Матумба, не знаю, выживет ли, душило жесточайше, подходит Ябзор. Так, успеет ли что-нибудь сделать, не успел, сноубол не дал, ну, Тайгу разменял, хотя бы как-то на них 100%. Но Бокси, Бокси, чувствую, Бокси здесь ожидает проблемы небольшие, сноубол, палка, но Койко подходит сюда с экзорцизмом, Ниша краснючий, Бокси подходит, Матумба отсюда также, Мистер Экс запускает свой, Бокси можно забирать, полетела плюшка последняя, да, убивает, но в размен на Ябзора, но опять же троечку на четверочку, это... Ну вот, на Нишу, Ниша под XVL-ом. Хорошо, врыв, прыгает сюда на Нишу Микки. Сайленс также побежал на Ержана. Чернила замедляет передвижение. Пупей сделать ничего не может. Мановоид забирает его. Хорошие ликвиды, хорошо. У нас тут сейчас врыв на Тайгу. Тайга свэчбака ворован дает. Так, Зай. Бокси стан тоже не получается дать. В итоге Зай просто, ну, свэчбака он Тайгу прорезал, так скажем. Покатились на сноуболе. Там покатились Бокси. Хорошие шарды. Но его тоже будут убивать. Минус 2 сделают секрет. Очень хороший минус 2, кстати. Угу. Ликвиды нажимают смоки. А, попытка найти какую-нибудь сладкую цель, но вот Пупей не очень сладенько, но тоже нормально, тоже сойдет.
Его съедает, но сейчас на развороте могут же поставиться. Зая подрубает Койква экзорцист, ПП выкупается в игру. Ниша кастует поляну, хорошую поляну забирает секунду, просто Тайго. Койква стампит, нажимает бокси пока что. Тут на дистанции действует ПП. Гипношар подтягивается, Мистик Снэйк, Койква. Ветрак пока что летает, но здесь его ожидает, по идее, смерть. Бокси стамп прекрасно, там Мантуда, Матумба, не знаю, было направлено это ли, но он стан задоджил. Бокси под их слом, но здесь катается Зая. Это минус 3 уже сделали, в размен на ПП. И байбек манавоид над Нишу, от Мики по Ябзу. Зору получилось дать, но и здесь нашел Ниша Инсейню. Инсейню забирает. Это минус 4 в размене 2. Ниша делает дабл кью, кстати. А, трибл кью, трибл кью. Саня, соберись. Так, вот у нас выходит. Выходит, боксинг снова нажимает. Нажимает Стонгейс, также Медуза, хороший Стонгейс, но кто заберет Эгис? Ниша забирает его. Ладно, свечбакл, бокси убирают. Инсейни тоже убирает здесь карты. Минус 2 сделали секрет, и дальше бежит Ниша. Ниша в погоню, Тайга ворует Стонгейс, неплохо Тайга. Но Ниша же может за ним идти до конца здесь. Просто прыгать, прыгать, он его догонит, по идее. Но Тайга, нет, не догонит. Секреты в это время выходят сюда ближе к Нише. Тайга хотел, видимо, на Нишу напасть. Ниша почувствовал, что здесь что-то не так. Но уже ближе, близко очень секрет. Я не знаю, Нишу, если даже они просто умрут сейчас все. Они просто погибнут здесь, по идее, все. Ниша, да, Игис сбивается, но поддержка гибнет на шар. Ай, хорошо, ворвался панч, Койква, Койква. Койква умирает еще из Ниши, даже байбек не... Ой, Игис не выбили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Был, но пошли в сторону Инсейни, Инсейни увидели, Инсейни также увидел сейчас Нишу, Ниша дал палку, Инсейни чуть не умер просто этой палкой, остается поляна, поляна, ну, кстати, неплохая, но не идеальная, здесь очень красный Ябзор, Ябзор почти умер, ставится гипношар, Ябзор разбирает, Зай катается, опять же привязался к Пупе, Тайгу можно бить, минус Тайга подходит сюда, Матум подошел, батя или мама, как хотите, ну и все. Минус Койква, в итоге размен 2 в 1 за секретами у нас был, Микки вблинковывается просто отсюда. Секреты. Ябзор увидел бокси. Опять бедный бокси. Поставляет все время. Ворвал спанч. Словил. Сарин стампит. Нажимает. Ниша БКБ. Палка. Поляна кастуется. И гипношар туда. Ай, ну только вышли все из гипношара. Не получилось немножко. Но было близко для красоты. Так, прилетел сюда антимаг. На кого он там нападает? Пока ни на кого. Зай катается неплохо. Койква направляется в ветра. Тайгер рассыпается просто. Койква тоже может сейчас умереть. Койкву заберу. Да. Там прыгает нас кто? Микки на Нишу. Ниша с дабл дэмэджем. Ну, Ниша... Не, Ниша живет и забирает. У нас еще и бокси. Минус 3 сделали этим секрет. Вам пост захватили. И на Рошана выходили они, по идее. Хотя еще полторы минуты до Рошана. Если они хотят, они взяли, да, они ее охраняют. Смогут именно охранять эту пачку крипов. А здесь забегает Ябзор, в соляру убивает Инсейню или нет. А вот походит Ниша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Микки, нужно быть осторожней. Пробьет ли свэчбакл. Ой, Микки, Микки, Микки Маус. Безупречно здесь. Так, у нас за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Тайга, что выживает, Тайгу отпускает просто, бокси, потому что более интересная цель. Бокси снова замикатится, Дота, соберись, пожалуйста, ворвал спанч, бокси забирает. Ну, вот он должен будет забирать, Матумба дрался против антимага, антимаг с ним мог бы его постараться слово убить. Бокси хорош, слушай, смотри, что творит. Ай, маны, прикинь, эту маны просто нету, 3-2, и нашел его Ябзор, здорово, брат. Не забирает его. Грустный, грустный бокси, грустно за него здесь. Так, Зай покатился. Или нет, пока что Зай просто пугает. А вот теперь уже не пугает, теперь делает действие. Прыгает на блинке сюда, кастуется неплохая поляна. Подставляется Микки, Микки выбринковывает БКБ отсюда. Он просто БКБ удирает от всех. Пошел гипношар, поставляется Ябзор. Ябзор может умереть или нет. Глиммер его прячет, пока что выживает. База стоит, база еще стоит. Но Матумба должен будет ее добивать. Хотя просто нажимает Стронгейс и бьет, бьет бараки. Да, Койку получается все-таки убить. Неплохая атака, опять же, была от секретов. Никого они не потеряли, даже Ябзора не потеряли. Это был прекрасный глиммер от Пупея. Ну и перетягивает сейчас на топ. Койка выкупается в игру. Там боксин. Ну, пошел на медузку. Микки на нее также. Пупей, главное, ману захилить вовремя. Сразу самое главное Матумбе. Микки опять же пошел. Ману захилить. Ману захилить. Пупей нужно постараться. Рычит. Тайга замерзает. Кстати, Матумба. Матумба неприятно. Ябзор убивает пока что. Матумба. О, Матумба. Возвращается обратно, нажимает срочек Матумба и фул хп у него. И что с ним делать дальше, непонятно. Тут подставляется Зай. Зай под сайленсом. Еще одним сифоны. Зай, мана есть. Краш, свэчбакл успеет или не успевает. Кстати, выживает Зай, смотрите. Реген от Ниши. Да. Оп,
Врыв, врыв на Пупеху. Пупеху можно будет срубить, но слабого опять-таки позора, он его сейвит. Микки почти умер, Микки разрывает на части. Микки, а что там у него по байбеку, интересно? У Микки-то на байбек-то есть. Ладно, единственный, у кого байбек есть, команда Team Liquid, а вот Койква-то нету. Койква, а Койква-то может умереть, скорее всего умрет уже. Хотя, Ниша нажимается БКБ от Койквы, пытается Койква улететь. Ниша, баш первого удара. Нет, не будет никакого баш первого удара. Здорово, Самира, приветики. Так, прыгает Ниша и пошел с Дизолькой работать по Милли Бараку. Палочка, Микки, Инксвейл под БКБ прыгает на Медузу. Но Медуза просто бьет, там ворвался пока что Микки красный, Микки, ой, Матумба, что за урон? Как они, я просто не помню, как они рассыпались, честно, ребят. Я, конечно, дико извиняюсь, я просто не помню, как они упали сейчас все. Это 2-0, ГГВП, Секреты забирают эту игру, но и обзор умничка прям сегодня.